Сегодня я получил постановление правительства Армении, которое открыло все пути, возможности к созданию филиала Московского университета в Ереване. И вот это было такое очень ожидаемое нами решение правительства, гарантии правительства Армении на то, что данный филиал будет функционировать нормально. По бакинскому филиалу мы в этом году набрали 133 студента. Значит, ну, это хорошая цифра, хотя мы хотели больше. Дело в том, что президент Азербайджана Ильхам Алиев построил, ну, дал возможность построить кампус для филиала МГУ. И это уникальный кампус в новом месте, предгорье, рядом с Баку. Уникальный кампус, специально кампус филиала Московского университета. И вокруг этого кампуса будет формироваться наукоград и университетский городок для других вузов. И возможности этого кампуса шире, больше, чем, ну, вот этот прием. Хотя, если сложить все, это тоже 600 человек, это тоже немало. Вот. Но мы пока вот выполняем то, что договорились, вот 133 человека в этом году по основным специальностям. Очень хорошие студенты, вручение дипломов всегда там торжественное очень мероприятие, руководство страны приходит на вручение. Президент республики посещал филиал, обращался к студентам. Вот. Очень хороший ректор Наргиз Ханум этого филиала со стороны Азербайджана. Можно сказать, что это один из самых успешных филиалов Московского университета. И мы гордимся всеми филиалами, ну и этим тоже.